Турнир по боксу, посвященный знаменитой спортсменке Ларисе Лазутиной, уже стал доброй традицией. Каждый год накануне новогодних праздников он объединяет любителей спорта со всей Московской области. В этот раз на ринг вышли около 200 боксеров в возрасте от 10 до 40 лет. Одинцовская федерация бокса каждому дает возможность заниматься этим прекрасным видом спорта и сражаться на ринге с достойным противником. Мы несколько раз в год проводим подобные турниры в нашем округе. К нам приезжают из Москвы, области и из разных городов. Мы вкладываем все силы и знания для развития в каждом ребенке духа чемпиона. Поединки проходили одновременно на двух рингах. Спортсмены выступили в разных возрастных категориях, в каждой из которых определен свой победитель. Большой возрастной разброс позволяет молодым спортсменам перенимать навыки у опытных боксеров. Молодежь смотрит на нас, берет пример, я надеюсь. Вот. Много молодых ребят, много ребят, которые приехали к нам сейчас. Ну, в принципе, это каждый год, это у нас новогодняя традиция. Вот. Прошлый год, позапрошлый, и на протяжении 12 лет вот это вот у нас радостное событие предновогоднее наступает. Ограничения из-за эпидситуации в этом году повлияли на спортивную жизнь. Количество соревнований уменьшилось, поэтому такой турнир – это настоящий подарок к Новому году для всех поклонников бокса. Мало соревнований в этом году, к сожалению. И нам хотелось, чтобы в преддверии Нового года, знаете, они друг друга увидели, вновь себя проявили, как-то зажглись по-другому дети. И я думаю, что мы от этого выиграли все, абсолютно. С каждым годом популярность турнира растет. Организаторы прилагают все усилия для развития бокса и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».